планы сразу выставлять? Я еще не зашел. За Орду! Ничего не слышу. Вот я. Распала за куку. Сори, я отходил. Не все равно за какого играть. Я могу и за хуму играть. Только я теперь буду через паладина играть. Где шестой чувак? В комнате 6, но он не в игре, понятно. Рея. Появилось, я видел. Вроде да. Кланы сразу. Хорошо. И Орда победит. Голубая Орда. Ну хоть что-то сделай, Кент, это не серьезно. Блять, еще у кого красная? Блять, там и зеленая у кого-то. Сука, фиолетовая, вы издеваетесь? Как? Розовенькая. Ну и что там, никто не помнит. О, брат твой занежит. Блять, а кто сейчас... опять не в игре, сука, надо его кикать. Рия. Натуре, что означает клавиатурка? Раз, два, четыре, пять, раз, два, четыре, пять, шесть. Да чё ты их до хера, слышишь? Семь, блядь. 4-3 играет. Да какое 4-3? Нормально все будет. Муна убираем. Я слышал, есть такой чувак Мун, он чемпион, да? Побеждает в Варкрафте или где он. Друзья, там, играем 4-3. Трое? Блядь, дай перестаю карту. В смысле, ничего не понял. Я думал, мы будем 4-3 играть. Да какой 4-3? Ты что, издеваешься? Да мы крутые парни, чё ты? Мы с братом крутые парни. Планы сразу же мне это. Ну нахер. Мун не зашел, да? Бля, че кто-то вышел? Я сейчас посмотрю. Не, у нас пока все в игре. Нет, один вышел. Блять, ку ебаная, блять. Где тут по умолчанию, сука, английский поставить, заебал на такую. Сербал. Двоих сербал. Ёпте. Обала автоматика. Только он же сейчас начнет палить у тебя, блин, все. Хочешь друзья? Не, хочешь вы, давай друзья, все, раз вы слабая сторона, вы выбирайте карту. Да что ж это за клавиатурка такая, блин? Да пошел в жопу уже все. Блин, я хочу такую же клавиатурку, ничего не знаю. Походу это очень круто. Что только крутые ребята. Тоже примак есть. Примак, ну премиум. А этот зашел, друг наш, сербский. Орда победит твою тупую нежить, понял? Мап нормал. Уточним у серба. Вы ж друзья, союзники. Ой, он давно разобрал. Why not? Так, ну все, скин ты готов, да? Да. Рашим их нахуй. Химерами. Химерами уже, да? Черт, у меня еще нет химер. Плюс быстро в химер выходи. Давайте, дайте мне какую-то нормальную рашевскую расу. Пожалуйста.
Ты еще за любую играешь, блин. Эльфы, блядь. Охуенно просто. Ладно, неважно, я зарашу их эльфами. Че, в принципе, ничего, так можно рашить эльфами и... Где тут дерево? А, вот. Какими-нибудь охотницами, не знаю. Расшарь мне контроль скин на всякий случай, чтоб я это... Если что, тебе помочь. Не факт, что я буду успевать, но... Готов, крал! Да. С удовольствием. Скин, мне для того, чтобы рашить, там чуть-чуть придется подождать. Офигеть, порашили, блин. Парашим только минут через 5, да? Да, парашим минут через 5. Не переживай, у меня сет лимита будет раньше, чем у тебя. Готов, крал. Чего хочешь? Дело сделано. Угу. Блять, там две нежити. Сука, не пойдет. Откуда ты знаешь? Дело сделано. Сказал, что он не строит зиккурат. Я тогда выхожу в нормальных. Ты там нормальный раз, вообще? Нахуй, блять, охотница мне рашить пауков, я ебал. А может там вурдалаки будут, откуда ты знаешь? Прям со старту, что ли, ты собрался рашить, блин? Тю, блять, туплю. Ну, я не знаю, для раша, ну, в принципе, ладно, пофиг. Дело сделано! Ну, представь, как на нежитские базы, охотницы слабые против пирсинга, они ж, ну, чего то есть против пирсинга. Хорошо. Блин, этот вражеш, твою ж мать. А я даже этот не построил. Раш, блять, как вурдалак. Моя жизнь принадлежит Орде. Угули как-то их называли, я не знаю точно. С удовольствием. Готов. Пиши просто раш и все. Какая разница, кем рашить? Я все там готов уже качаться там, бухать. Блять, я ж нанял этого раба. Бугая! Я наточил топор. А, есть бугай один. Понял. Погоняет. Будет исполнено. Дело сделано. Я готов. Что приказали? Блять, а сеточки не будут бить. А, блять, встал. Развлекайся. Хорошо. Нас атакуют. Чем могу быть полезен? За наших предков. Дело сделано. Будет исполнено. Может, там лунный колодец, чтобы времени взять. Моя жизнь принадлежит Орде. Да. Да-да. Хорошо. Понимаешь, что мне очень важно, брата. Моя жизнь принадлежит Орде. Брата, что? Окружай сразу хила. Миличник. Что прикажете? Отличный план. Я не больно бью, по центральный. Да? Что могу быть полезно? Дело сделано. За племя. Ради честь! Что прикажем? Напали на город наших союзников.
скелет, разведка. Будет исполнено. Готов? Точку большую. Ну я хилки не купил. Не важно. Давай, с большого. То есть я стану там, да? Я сдохну там под станом, ну ладно. Ну стану и уходи. С большого за фокус с ним. Дальше возьму. Готов? Да. Они не пройдут. Что прикажете? Что приказали? Сдохни, мудак. Чем могу быть полезен? Эликсир возрождения. Отличный план. Исследование. Будет исследование. Ты же сказал, уходим. Ну, так отходил бы, я бы потанчил, если там что-то плохо. Отличный план. А ты взял моего, значит, схватил, блин, и им сдох, блин. Нет, я его схватил и уводил. Просто он сдох по дороге. Что прикажете? За племя! Может, он возрождение забирать не нужен. И на лес, наверное, найми пацанчика, типа, может. Блин, натуре лес, шиш. Наверное, еще и... Так. Видимо, у нас уже раз не удар. Хватит нанимать бугаев. Вообще-то мне их вообще понт. Да я вижу же, поэтому я и рад, что попался. Да, там все было бы норм. Принадлежит, принадлежит орде. Что прикажете? Чем могу быть? Мы с тобой слетаем на. А, или давай вот так вот. Понял клиентов. Меня. И там, ну ты понял, да? Ого. Отличный план. Готов скалывать. Будет исполнено. Да. Дело сделано. Опа! Нас к нам пришли. Что приказали? Угу. Крати честь! О, лучше корни качать. Вы блин, пришли. Куда ты пошел? Отличный можешь, план. Сука? Мне станы нужны. За племя. Так, вурдалаки идут. Они не пройдут. Вижу, да. Опа. Слушаюсь, вождь. Так, осторожно, я отошел к базе. Я готов. Принадлежит орде. Будет исполнено. Скелета уже есть. Наших предков. Слушаюсь, вождь. Так, дерево пошло разбираться. Эй, не там, осторожно. Что приказали? Будет исполнено. Слушаюсь, вождь. Дело сделано. Дело сделано. Жизнь принадлежит орде. Враги напали на город наших союзников. Будет исполнено. Так, я отбил брата под деревьями. Помогаю тебе. Слушаюсь, вождь. Блин, у него тотем хилящий. Блять. Афай, блять. Я готов. Что прикажете? Я готов. Нужно золото. Слушаюсь, вождь. Они не пройдут. Крати честь. За племя. Что прикажете? Будет исполнено. Блять, рудник слили. Вот уроды. За наших предков. Что, конечно. Слушаюсь, вождь. Нас, оказывается, заражен. Ага. Будет исполнено. Принадлежит орде. За вождя и племя. Вот сука, все-таки убил моего героя. Время убивать. Да? Исследование. Время убивать. Локтар! Табу!
Доктор! Что надо, враги хозяин? Напали на город наших союзников. Сделай. Хорошо. А? Че, мы там отобьемся? Не уверен. Хотя, может быть, у меня появилась идея. О, один степешился. Это была моя идея. Правда, мы их накачали, конечно, пиздец. Угу. И у меня рудника очень долгого времени не доплывал. Блин, я последнего бугая отдал. Так и не снес эту хрень. Слушаюсь, вождь. Отличный план. Блять, надо как-то выравнивать это положение, чувак. Как, у меня только сейчас один герой, все. Я понял. Дело сделано, это типа там есть, но мне кажется, мы так не выровняем. Надо по старому плану идти и очень быстро туда идти. Понял меня? Чем могу быть полезен? Дерева у тебя много, и дать тебе дерево. Да дерева у меня хватает, у меня золотом сложнее. Ты понял, что я хочу, если мы успеем, будет хорошо. Если нужно нет, золото, нужно золото. Я готов. Нифигово. Слушаюсь, вождь. Постройка завершена. Исследование завершено. Зол-джин будет отмщен. Летающих. А чё? А, у меня ещё пока не особо пришли. Я готов. Убьём этих летающих. Землю-то мы убьём. Куда пойдём? Что прикажете? Что прикажете? Моменты пока не стащит. Кого убить? Выбираю. Что прикажете? Что прикажете? Куда пойдем? Что там у тебя с баферами? Все плохо? Пока ничего. Исследование завершено. Ну сейчас будут. Ну, по крайней мере, только начинаю строить. Что прикажете? Давай вот это. Кого убить? Я готов. Что прикажете? Враги напали на нет, город наших хорошо. Союзников. Кого убить? Исследование. Чем это отбивать, я не знаю. Блять, откуда у них там мясники? Я херею, блин. Чем могу быть полезен? Что прикажете? Зол Джейн будет отмещен. За наших предков. Там некро. Ну, некро я пока спонжу, но ненадолго. Тасдинго. Что прикажете? Слушаюсь, вождь. Отличный план. Нас атакует. Гонится за моим героем, зараза. Что приказали? Чего? Куда пойдем? Прольется кровь. Они не пройдут. Дело сделано. Сам виноват. Прольется кровь. Ладно. Враги напали на город. Все, что пожелаете. Что прикажете? О, нас надрюкали. Что приказали? Что прикажете? Враги напали на город наших союзников. Кого убить? Исследование завершено. Понятно. Рия. Нашу вот это мы порашили с тобой, да? Как боги просто. Да еще ебаный эльф, я им куда сейчас хуже всего играю. Наш герой мертв.
Кинзи 9! Я, блин, больше всего убил даже сейчас. Отстань. Тебя ж хрен поймешь, что ты рашить собираешься, то подожди, то блин. Чё, давай нормальный план. Раз мы играем, ты орками, да, продолжаешь играть? Ты же тактика. Кто хорошо подходит к оркам? К оркам хорошо подходит хумы. Хумы через паладина. Правильно? Его нет. А уже. Он не зашел, да. Он вышел, надо рекаться туда. Не... А это для тебя карта, я тебе говорю. Я тут не могу с вами нормально сыграть. Во-первых, я не знаю, надо разведку, если раз. Короче, а, мы не рашим, да, с тобой? Или рашим? Ну, давай. Судя по всему, нет, потому что, блин, большая карта, наверное. А, мы не рашим, потому что это невыгодно. То есть, что мы делаем? Мы ставим базу с тобой. К твоему Минотавру хорошо подходит паладин. Вообще прям хорошо. Да? А, он просит мелкую карту. Скажешь, как создашь. Не дожду я до химер. С одной базы вообще не надо было выходить в химер. Что это была, блядь, за идея? Я вторую не успел поставить, только уж под конец игры она поставила. Заходи, ткинься. И хреново, конечно, что брат слышит все, что я пытаюсь тебе сказать. Ну да. Да, это уравновешивает. Ладно. Я беру паладина позднего, понял? Значит, бугаи не имеют смысла, бери берсов, наверное. Да, я тоже заметил, что от них толку никакого. Толку мы будем мечниками с бугаями только друг другу мешать. Базу вторую ставить не буду. Голову пишет. Смог, брат курит. Я выйду, короче, такую смесь мортира этих, блин, друидов, что-то такое, понял? Ты выходи чисто друидов с берсами. Если будет воздух, я думаю, мы его совместными усилиями как-нибудь скунтрим. Если нет, то я просто буду вертолеты строить вместо мортира и все. Базу вторую я поставлю, наверное, только после Т2, если мы их прищимим все-таки как-то. Блядь, или вообще, блин, нахуй я ебусь, блин? Орда. Разозлили нахуй. Будешь Карну, наверное? Давай тогда я посилю. Я не буду Карну. А ты качайся, понял? Ладно. Короче, ты качайся, скин. Ты качаешься, я тебе дам... Юнитов я тебе не дам. Я, возможно, тебе башенку построю, если от раннего раша. Я построю башенку. Не стоит на этот день тратить, я построю. Потому что... Это... Лучше быстрее выходи к кастерам. И берсов больше. Сейчас я подойду. Наверное, через вейв, Керна, хорошо? Через что? Ну, через этот, через волну. А, ладно. Ну да, на ренджах лучше волна все-таки. Наоборот, она лучше так в средних этапах игры. Стану более в последних этапах игры. Да че, он изначально не заходит. Я против компов тестил, и то, в общем-то, стан получше заходил. По станам, блять, уже началась игра, охереть, блин. Чего хочешь? Че болтаю. Надо, хозяин? С удовольствием. Хорошо.
Угу. Если ты ему еще палишь тактики, то ты ему вообще, сука, вообще. Я не знаю, что ты ему печатал, но... Да, да. Сейчас будет там 10 башен, я не знаю. Переживаю. Не, он нормально играет. Готов вкалывать. Дама. Что надо, хозяин? Дело сделано. Дело сделано. Готов вкалывать. Чего хочешь? Вроде 30, да? Угу. Дело сделано. Да, готов вкалывать. Если что, может, еще ресурсами помогу. Хорошо. Что, как стартовый приготовить? Телепортируешься. Чё телепортируешься. Надо, моя жизнь принадлежит Аравосту. Я наточил топор. Готов вкалывать. Будет исполнено. За наших предков. Чем могу быть полезен? Будет исполнено. Первые шипы сделаю, Раша. Постройте логово. Что приказали? За наших предков. Они не пройдут. Что прикажете? Будет исполнено. Дело сделано. Постройте логово. Дело сделано. Ты прям решил сразу брата по на это нарезать. Скин, прячь в боров с раненых рабочих, тебя хватит. Ага. Вижу, вижу. Что надо, хозяин? Можешь, сука. Что прикажешь? Башню, что ли, открыть? Чего хочешь? Нас приду его крещение. Жизнь принадлежит орде. Чем могу быть полезен? Жду приказаний. Слушаюсь, вождь. Да. Да-да. Сделай. Моя жизнь принадлежит чарте. Могу быть полезен. За наших предков. Что прикажете? Возвращается. Отличный план. А, это ты, блин. Так, а что там? Чего хочешь? Брата... Пауки, судя по всему, чё, да? Чё надо, хозяин? Нету смысла так играть. Угу. Шо, надо дальше смотреть, чем они занимаются. Что ты качайся, качайся, не останавливайся. Угу. За наших предков. Отличный план. Готов! За наших предков! Будет исполнено! Отличный план! Вижу, что ты хочешь, пидор. Слушаюсь, вождь! Будет исполнено! Готов вкалывать. Дело сделано. Что прикажете? Пригад. Отличный план.
за племя! Слушаю, Спорт. Зол Джейн будет отмщен. Они не пройдут. Чего прикажешь? Глоктар! Чем могу быть полезен? Не хватает маны. Где вы качаетесь, пидоры? Опять ко мне пришел, но... Зол Джейн будет отмщен. Ну, вроде бы убежал. Что приказали? Я готов. Чем могу быть полезен? За наших предков. Зол будет Джейн исполнен. Будет отмщен. Так и сделай. Чего хочешь? Постройте логово. Че надо, хозяин? С удовольствием. Что прикажете? Что приказали? Что у них тут так все заоборонено, интересно? Постройте логово. Я готов. Отличный план. Сильно я не нахарасил там. Будет исполнено. За наших предков. Будет исполнено. Пидор. Ладно. Не успел. Слушаюсь, вождь. Ладно. Блять, что мне не нравится все это дело, блин. Хороший игрок, чувак. Открысил, вождь. Хотел подкрысить его на этом. Кратичая стройка завершена. Да. Сделай. Враги напали на город наших союзников. Ты там что там у тебя? Падение. Да-да. Жду приказаний. Серьезно? Два героя? А, не. Я готов. За наших предков. Слушаюсь, вождь. Отличный план. Исследование завершено. Так, за наших предков. Всякую. Я отбился. Слушаюсь, вождь. Угу. Давай подпушим. Будет исполнено. Исследование завершено. Что там атакует нас? Это, план. Походу, светли... Не знаю, что это было. Не знаю, мне шубану. Слушаюсь, вождь. Отличный план. Тут, видишь, здание есть какое-то. Давай убьем его, у меня лучше всего есть. Будет отмщен. Кого убить? Чего хочешь? Сейчас разворачиваемся, отряд. Прикажете за наших предков. Будет исполнено. Должен будет отбить. Бугаё у меня зараза всех перестреляет. Ничего. Слушай, следующий отряд. Будет исполнено. За вождя и племя. Медведя. Медведя, да? Слушай, исследование завершено. Зол Джейн будет отмщен. Отличный план. Вайс. Зараза, ману мне жжет. Отличный план. За племя. Он пришел помочь. Да-да. Не-не-не, Элитана, Элитана. Слушаюсь, вождь. Черту поможет. За наших предков. Будет исполнено. Не, уйдет или там. Ходим. Раскусанную нежит можно там. Можно героя даже. Да? Пройдут. Давай. Он я его зажал. Ну он протанется, зараза, да. Они не пройдут. Я готов. Какая кнопка? Будет исполнено.
Что приказали? Давай, щемим. Не отходим пока. Мы, если мы нежить прищемили, то мы можем. У меня герой. А, у меня тупая Элитана, да? Где там Элитан? Девушка. Вот он, бьет моего героя. Я эмпатию на него найти. Лишь бы не сдохнуть под эмпатией. Так, нежить преследуем. Да? Угу. Блять, а чё я все время твою? Сейчас. Что приказали? Я сори, я немножко отстал. Чё страшно? Там ты отдаешь своего этого. Где, где, где? Все уже. Исполнено. Умер. За наших предков. Они не пройдут. Четко так по сеточкам, да, подписать. Я готов. Так, не, не, дать мы не будем, на нежить, по крайней мере, точно. Слушаюсь, боже. Знахаря вызывали. Отдает нежить героя своего, забираем. Что приказали? Блять, не забираем, да? Ладно, паука забираем. Да, паука. Они не пройдут. Я отходим, там медведи уже. Там это, Кен, смотри, аккуратно, у тебя спит герой. Чем могу знать? Тебя герой сейчас умрет, портуйся, если что. Да, наверное. Будет исполнено. Ну, медведя я фарману. Успею. Не, не успел. Зулджин будет отмщен. Я тоже портуюсь. Что приказали? В общем, неплохо тут их подбрили вообще прям. Чего? Куда пойдем? Чем могу быть полезен? Чем могу служить? Хилка, ман на ускорение. Да стыд, я готов. Тоже ман. Чего? Что приказали? Хилка. Ну у них уже медведи. А у тебя там что с друидами? Знахари, так. Знахаря вызывали. Я тоже Т3 сделаю. Ну Т3 делаю. Нужна моя помощь. Чем могу служить? Зулджин будет отмщен. Я думаю, надо я ударил. Понял, есть ты чем? Или у тебя нечем? Что? Прям треск. Понял? Что приказали? Да. Чуть под... Вам у нас герои. Нужна моя помощь. Мы сильнее герои. Качались пока. Да. Знахаря вызывали. Зулджин будет отмщен. Что прикажете? Будет исполнено. Я слышал зов. Я готов. Что прикажете? Чего желаете? Вам нужна моя помощь? Да. Правильно. Чем могу быть полезен? Чего желаете? Моя ухо не плачет. Ой. Что приказали? Я откуда плачу? Есть что положить? Не-а. О, отлично. Теперь прям сразу через вот эти две точки идем. Слушаюсь, вождь. Я, наверное, вот так. Будет исполнено. Исследование завершено. Что прикажете? Дело сделано. Да, 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 вот эти две точки нам нужны по-любому. Постройка завершена. Слушаюсь, вождь. Чем могу служить? Раз атакую. Дело сделано. Что приказали? Я слышал зов. Достиг. Немедленно. Я готов. Так, отличный план. Так, берем. Походим кучку. Чем могу служить? Возьми правильно там руну мудрости, если так страшно. Поставить. Достиг. Пару чего желаете? Могу быть полезен. Слышь? Угу. За наших предков. Куда пойдем? Я готов. Чем могу быть полезен? Чем могу служить? Я готов. Отличный план. Меня тут уже зачистили. Да, тут, кстати, что-то было. Сзади. Понятно. За наших предков. Чего желаете? Что прикажете? Блять, не будет. Бежали, конечно. Исследование завершено. Ты, я не знаю, либо отойди, либо хрен его. А, ты не тут, блин, я думал, ты ко мне идешь. Я иду, иду. Ну, да уже, уходи, уже не иди. Надо, да? Ладно. 14 починили. За нас атакуют. Чем могу служить? Будет исполнено. Что прикажете?
Отличный план. Жду приказаний. Херово там, слышишь? Чего желаете? Там медведи уже до хера. Я слышал зов. Я иду. У тебя там будут когда-нибудь там всякие там парни из серии? Да-да. Вам нужна моя помощь? Я вижу. Я слышал зов. Дефнемся. У нас, в принципе, дефармия должна быть хорошая. Что прикажете? На наш город напали. Слушаюсь, вождь. Я готов. Вам нужна моя нас помощь. Нас атакуют. Немедленно. Правильные жены. Что прикажете? Я слышал зов. Достим чё? Я могу быть полезен. Не, что-то мне раздали. Слушаюсь, вождь. Что приказали? Блядь, скелеты нам не страшны, мне есть диспо. Там меня разнесли армию. Ну я по дефу у тебя. Делай шипы пока, у него много медведей сильно. Шипы самое лучшее будет вложение средств. Я слышал зов. Нас атакуют немедленно. Да, медведи, конечно, эти волчусадники не бойцы, только медведи. Я буду подгрызать там. Немедленно. Вроде уже тотемы появились, но, блин, походу в бестолку. Правильное решение. Что-то они на второй раз разнесли, блин, уже. Вам нужна моя помощь. А мы их почти втащили, наверное, надо было не отступать. А, наверное. Слышал зов. Достиг го. Нужна древесина. По героям, конечно, 50. Сейчас попробую так вот сделать. А без толку, у меня уже тут ничего не осталось. Зайди ко мне в базу, у меня тут тотемы. Хорошо, сейчас зов. Попробую, если не цеха, сейчас меня отгрызут. Его, видимо, отгрызут. Чего? Героя, фармани ему. Угу. Я что ж хочу. Есть. Отходим, отходим, парни. Чем могу служить? Знахаря называли? Чего желаете? Достиг го. Чем надо я служить? Отбились, отбились. Ну, у меня экономики триндец. Я наточил топор. Чем могу знахаря вызывать? Я слышал зов. Блять, манки жалко. Правильное решение. Чем могу служить? Что скажете? Будет исполнено. Чего желаете? Надо проверять им вторые базы. Я всего желаю. Так, я тут добавляю. Я пробегусь им с центральной базы, проверяю. А ты, слышишь, поставь хотя бы варды разведки. Вот они на нас неожиданно напали, и это очень плохо, понял? Да я вроде ставил, но, видимо, не везде. Немедленно. Нас атакуют. Так, вторую базу я им отменил. Духу ДТП схожу. Такой смелый парень. Я слышал зов. Свиток, цеха, боже, свиток. Что прикажете? Чем могу служить? Что надо, хозяин? Угу. Здесь нельзя строить. Здесь нельзя строить. Да как, блядь, нельзя, если можно? Чем могу быть полезен? Вам нужна моя помощь. Чем могу служить? Чего желаете? Мам, вот по цехе отвезли. Что
прикажете? Дело сделано. Печенья марки, да? Так, у нас идут атака нежити. Рудник скоро иссякнет. Мне еще с рудником проблема. Что прикажете? Вам нужна моя помощь. Исследование завершено. Достим го. Немедленно. Чем могу быть полезен? За наших предков. Достим го. Правильное решение. Слушаюсь, вождь. За племя. Станов больше. Чем могу служить? Я и так по КД ставлю. Манки нема с собой? Нет, не очень. Всего желаю. Правильное решение. Что прикажете? Третья хилка, так? Достиг го. Я готов. Тянули мы их. Теперь я главное, чтобы они базу не поставили. Если базу не поставят, то уже... Вот видишь, базу. Да? Чё надо, хозяин? Хорошо. У меня уже минотавры пошли добавляться. Да? Что у тебя за голдуи? Что приказали? Да хера, голды, дерева нет. Передать голду тебе? Не-не-не. Если да, 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 передать. Проверяем все базы, на каждой базе ставим вард. Угу. Немедленно. Так, там знахаря вызывали? Передать, потому что я могу ее тратить хотя бы на минотавров. Чем могу служить? Тут наверняка есть, потому что они еще не выходят. Да? Нет, отлично. Значит, забираем. Я готов. Всего желаю. А, они просто не знают, что они проиграли. Завершено. Чего? Они просто не знают, что они проиграли. Знахаря вызывали? И только золото кончилось. Я просто уже кончилось. Угу. Взываю к силам. Золотой рудник обрушился. Хорошо. Штурмуем, да? Нужна древесина. Постройте лозов. Я готов. Да, вождь. Не насрать, эльфа легче штурмовать. Там не упал со своим башней. Немедленно. Да. Я слышал зов. Взываю к силам ветра, земли и огня. Нужна древесина. О, дерево. Кратите честь. Вам нужна моя помощь. Достиг. Рассчитывал перед деревом. Враги напали на город наших союзников. Там на тебя напали. Я готов. Подменяем. Что я делаю, что ты делаешь? Чем могу служить? Правильно. За наших предков! Враги напали на город наших союзников! Чё надо, хозяин? Здесь нельзя строить! Хорошо! Это поздно, я, конечно, фикасу сделал. Да, пока тратите всю голду, у меня 80 лимитов. Чё надо, хозяин? Чем могу быть полезен? Враги напали на город наших союзников! Стафет! Только стафет проводит! Да-да, херово застафал. Застафал, блин. Подожди, ну, это основная база была? Да. Важно, я отдаю ее. Они ее еще тут долго штурмовали. Не, я имел в виду, мы только что фарманули основную. Да, да, пошли, пошли дальше, дальше. Иду, иду, иду. Они еще пока ее тут раздуплятся, у меня как раз фортификация заканчивается. Закончилась, все. Да. Резко врываемся сразу в нее. Здесь нельзя строить. Нет, что лучше всадник, конечно, есть катапульта, типа, это чисто. Достиг го. Они не пройдут. Я слышал зов. Немедленно. Постройте логово.
Вы же заштурмуете. Слышишь, он пришел этим птичкой, надо ее формануть. А, разворачивайся. Да, да. Будет исполнено. Чего желаете? Что прям тупо Элидана, насрать на все. Правильно. На сетки не выйдет. Моих друидов зараза фармит. А, за этот кинул. У меня... Ну что, твой союзник уже греешь. Совождя и племя! Я пойду тут заверху фанера. Дело сделано! Дело сделано! Базу штурмуешь? Я? Я брата спрашиваю. Что-то у него хуёво получается, трюк. Враги напали на город наших союзников. Вам нужна моя помощь? Где-то база нет. Правильно. Все, короче, я вышел. Что прикажете? Проиграть. Ладно. Почти выиграли, да?